13 февраля сотрудники ряда СМИ Катара и Ливана, прибывшие в Азербайджан при поддержке Ассоциации журналистов государств-членов Организации исламского сотрудничества, побывали в Гусарском районе. Поездка в Гусар председателя Ассоциации журналистов государств-членов ОИС Фазиля Аббасова, представителей катарских газет «Гольф Таймс», «Ал-Араб», «Лусаил», «Ал-Рая», «Пенинсула», «Ал-Шарк», а также «Джумхурия», «Меди Дейли Стар» и «Джадар Ньюс» Ливана, началась с ознакомления с площадью государственного флага. На прошедшей в исполнительной власти района встречи речь шла о пройденном в последнее время городом Гусар пути развития. Глава исполнительной власти района Шаир Алхасов подробно проинформировал гостей об истории туристических возможностях Гусара, проживающих здесь национальных меньшинствах, царящей в районе толерантной атмосфере и другие. Гости посмотрели во Дворце культуры Гусара программу, подготовленную на основе фольклора национальных меньшинств. Севда Чефарова, Вавкамполадла, Азартач, Гусар.